Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я прошу прощения за небольшую заминку. Мы отлаживали видео и звук с тем, чтобы было наилучшего качества. Скажите, пожалуйста, вы меня хорошо видите и слышите? Ну, замечательно. Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда мы с вами начинаем вебинар. На всякий случай, если вдруг у вас будет не очень хорошее качество звука, так иногда бывает, это зависит от качества того, как работает интернет-соединение, очень часто зависит от того, как на месте работает. В этом случае, если вам нужен звук получше, вы можете попробовать зайти через другой браузер, либо вы можете просто заморозить видео. Для того, чтобы заморозить видео, надо навести курсор на изображение лектора. Внизу изображения, в правом нижнем углу, появится изображение видеокамеры. Наводите на нее мышку, и там написано «Заморозить видео». Нажимаете, тогда видеокартинка замирает, но вы по-прежнему видите саму презентацию, и вы можете общаться в чате. Вот кто-то пишет не очень, пишет Евгения Петровна, прошу прощения, если фамилия неправильное ударение поставлю, ФИДА, и еще звук прерывается еще у нескольких человек. Ну что ж, коллеги, если у вас идут помехи, попробуйте еще раз зайти через другой браузер, например, через Chrome, через Internet Explorer или через Mozilla Firefox, либо давайте заморозим видео. Мы готовы начинать, и тема нашего сегодняшнего вебинара – обучение переводу как виду речевой деятельности. Мы будем говорить на конкретных примерах курса федерального MILI New Millennium English, и в конце вебинара мы поговорим о том, каким образом мы с вами можем сейчас планировать элективные курсы по английскому языку, какой алгоритм действий при организации такого курса, что может войти в программу элективного курса по обучению переводу и так далее. Ну что ж, очень рад, что Евгений Петрович, что правильное ударение поставил. То есть мы поговорим с вами об этих вопросах. Для тех, кто в первый раз у нас сегодня присутствует на вебинаре, а у нас есть кто-нибудь, кто впервые на вебинаре? Потому что я вижу много знакомых фамилий. Есть. Ну что ж, уважаемые коллеги, для тех, кто впервые на вебинаре, в конце вебинара мы дадим ссылку, по которой вы сможете скачать сертификат. Если по какой-либо причине сертификат будет скачиваться плохо, такое тоже иногда бывает, я скажу, куда и как вы можете написать, с тем, чтобы мы прислали вам сертификат по электронной почте. Итак, мы с вами начинаем. Вы знаете, когда мы говорим об обучении переводу, то возникает традиционно целый ряд вопросов. Вопросы, например, такие. Давайте попробуем вместе о них подумать. Скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, достаточно ли просто хорошо владеть иностранным языком, чтобы быть в состоянии делать хорошие, качественные переводы? Можно ли стать переводчиком, просто выучившись иностранному языку? Отлично. Большинство из вас отвечает «нет». Кто-то пишет «не думай», кто-то пишет «конечно, нет». На самом деле вы абсолютно правы. Дело в том, что перевод – это очень трудная работа. Например, если мы говорим о синхронном переводе, то в ООН переводчиков меняют синхронистов каждый час. То есть больше часа человеку не дают работать, поскольку это очень-очень большая нагрузка. Более того, вы сами знаете, сколько много вокруг людей, которые очень неплохо говорят на иностранном языке, а хороших переводчиков мало. Почему же хороших переводчиков мало? В чем здесь проблема? Как научить человека стать переводчиком? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что такое перевод. Поэтому мы с вами посмотрим сегодня наиболее популярные, пожалуй, сегодняшние определение этой профессии и посмотрим, как понимание перевода изменилось за века и как вообще переводили. Это будет очень краткий исторический экскурс, но он поможет лучше понять современные требования, что такое перевод и как мы этому можем обучать. И я хотел бы подчеркнуть, что сейчас перевод в методике все чаще и чаще начинают описывать как отдельный сложный вид речевой деятельности. Почему это так? Потому что у нас и мозг по-другому работает, и у нас сразу несколько процессов происходит, когда мы делаем перевод, которые сложнее, чем просто аудирование, чем просто говорение, чем просто письмо или чтение на иностранном или на родном языке. И самое главное, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это не только о том, как научить ребенка переводить какие-то тексты, но и о том, каким образом можно использовать перевод на уроках английского языка. Это актуально в том числе и потому, что в последние годы, примерно последние 20 лет, у нас все больше сторонников прямого метода, которые говорят, что обучение надо строить только на английском языке, исключительно на английском. Такой подход исключает возможность использования родного языка на уроке, и, к сожалению, как любой крайний подход, он не позволяет нам использовать некоторые очень важные моменты в обучении. Так что мы посмотрим, как можно перевод использовать. Еще разок скажу.
для тех, у кого звук не очень хороший, коллеги, попробуйте зайти через другой браузер или заморозить видео. Либо тот, либо другой вариант вам поможет. Итак, давайте мы с вами посмотрим на то, что же такое перевод, что он из себя представляет. Сейчас наиболее популярные, пожалуй, определения, они бывают разными, отличаются в деталях. Следующее. Перевод – это решение сложной коммуникативной задачи, передачи содержания оригинального текста или высказывания путем создания коммуникативно равноценного текста, либо высказанного на другом языке. Обратите внимание, пожалуйста, коллеги, мы не говорим о том, что мы переводим слово за словом и находим эквиваленты прямые. Мы говорим о том, что мы создаем новое высказывание. При этом оно должно быть коммуникативно равноценным. То есть, если говорить простыми словами, перевод качественный – это не только перевести то, что сказано, но и то перевести, но и перевести, как сказано. Существует целый ряд определений понятия перевода в зависимости от того, какой подход, какого подхода придерживается автор этого определения. Но, как я уже говорил, основная идея – это максимально точная передача содержания и стилистических особенностей исходного текста на языке перевода. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что перевод – это не пересказ. Мы очень часто учим наших учеников пересказывать тексты в расчете на то, что, может быть, когда-нибудь они смогут их и переводить. Но это не одно и то же. Есть великолепные, талантливые пересказы. Вы знаете из истории художественной литературы. Великолепный пересказ книги про Винни-Пуха, который выполнил Борис Захадер. Великолепный пересказ сказки про Пиноккио, то, что Алексей Николаевич Толстой назвал «Буратино». Вы знаете серию детских книг «Волшебник изумрудного города», то, что Александр Милентьевич Волков сначала пересказал изначально сказку «The Wizard of Oz», а потом начал уже писать свои произведения по мотивам. Так вот, почему же перевод – это сложный вид речевой деятельности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на этапы перевода, то есть на то, что же делает переводчик для того, чтобы перевод, собственно, и произошел. А этап у нас следующий. Самый первый этап – это восприятие и понимание текста. Затем начинается этап нахождения соответствия между языком оригинала и языком перевода. А беда в том, что далеко не всегда можно найти точное соответствие. Более того, существуют так называемые культурные лакуны, то есть определенное понятие есть в одной культуре, а в другой этого понятия совершенно нет, либо они очень-очень не совпадают, даже несмотря на то, что в словаре словарная статья содержится. Затем переводчики выполняют необходимые трансформации. Мы чуть позже о них немножечко поговорим. Затем мы анализируем культурные знания адресата переводимого текста. И если у нас есть такие культурные несоответствия или лакуны, мы их пытаемся компенсировать. И только после этого начинается создание финального текста на языке перевода. То есть посмотрите, сколько разных моментов. Перевод сам по себе – это сложный вид речевой деятельности, еще и потому, как работает мозг. Вы знаете, в 90-х годах и в начале 2000-х было очень много любопытных исследований, которые проводили нейрофизиологи. Нейрофизиологи пытались посмотреть на то, какие зоны мозга активны, когда человек пользуется тем или иным языком. И получилась очень интересная вещь. Я привожу ссылку в презентацию на одну из статей, презентацию после вебинара я размещу для свободного скачивания на форуме, вы ее сможете скачать при желании. Но вы можете найти статью и по названию. Так вот, эта статья из журнала Brain и как раз рассказывает об одном из таких экспериментов. Дело в том, что когда мы изучаем какой-то иностранный язык, то у нас в мозгу есть так называемая language area, языковая зона, и в ней на каждый новый изучаемый язык активизируется собственный небольшой отдел. То есть получается, что языки как бы хранятся, записываются в разные места в пределах этой языковой зоны. Когда мы говорим на родном языке, у нас отдельный очаг активизируется в языковой зоне. Когда мы говорим на иностранном языке, у нас другой очаг активизируется, а первый очаг затухает. И посмотрели нейрофизиологи на то, как работает мозг, когда мы начинаем переводить с одного языка на другой. И дело в том, что при переводе не только оба очага становятся активными, но кроме того, начинают резко активизироваться зоны мозга за пределами языковой зоны в мозгу. То есть активизируется зона, которая отвечает за контроль своих поступков, за самоконтроль, и она к языку вообще отношения очень мало имеет. И активизируется ряд других зон, в том числе и речемоторных. Поэтому получается, что даже мозг работает по-другому у переводчика в те моменты, когда человек занимается переводом. То есть даже по физиологии говорить на иностранном языке и переводить на иностранный язык или с иностранного языка – это абсолютно разные процессы, которые совершенно по-разному работают. Уважаемые коллеги, поскольку у нас с вами работает
Поскольку у нас с вами работает чат, я вас прошу, в случае, если у вас будут какие-то вопросы, задавать их в чате, я буду пытаться комментировать по ходу нашего вебинара и в конце оставлю время для того, чтобы ответить на вопросы. Как пишет Наталья Владимировна Жукова, ученики чаще всего делают кальку, переводя слово в слово. Получается плохо. Наталья Владимировна, мы сегодня как раз поговорим о том, в чем сильные стороны, а в чем очень большие слабости буквального перевода и как учеников отучить от буквального перевода. Елена Анатольевна пишет, мне довелось синхронно переводить экскурсовода, и это волнительно. Да, это очень непростая работа на самом деле. И не только ученики делают кальку. Ну что ж, давайте мы с вами посмотрим вот на что. Продолжая говорить о понятии перевода. Существует множество классификаций того, каким перевод бывает. Перевод делится и на письменный, и на устный, и на буквальный, и на свободный перевод, и на технический, и на художественный. Перевод может быть последовательным и синхронным, если речь об устном переводе идет. Перевод может быть традиционным, когда его выполняет человек. Перевод может быть машинным, когда его выполняет компьютерный переводчик. Перевод может быть пословный, как часто очень наши ученики делают, отдельное слово увидели, его перевели, переходят к следующему. Бывает перевод на уровне фразы, абзаца, и бывает даже цельнотекстовые переводы, когда человек сначала весь текст воспримет, а потом воссоздает текст заново. И существует понятие переводческой компетенции. Я вам сейчас приведу определение переводческой компетенции, точнее состав ее по компонентам, как это истолковывает Комиссаров, видный отечественный исследователь перевода. Но сразу маленькие моменты в чате. Светлана Галустян спрашивает, а какие вы дадите рекомендации по обучению грамотному переводу? Я сейчас покажу на примерах из учебников, как можно делать и как построить курс по обучению переводу. Валентина Николаевна Рыжова комментирует, чтобы правильно перевести, надо не только знать язык, но и чувствовать его. Но мы сказали бы вот так, не столько чувствовать язык, да, конечно, языковое чувство нужно, но прежде всего нужны знания. Знания стилистики, знания определенных законов жанра и так далее. Татьяна Анциферова пишет, сейчас головная боль онлайн-переводчики, на дом бесполезно что-либо задать перевести. Я надеюсь, что я смогу показать вам вариант, один из вариантов решения этой проблемы. Давайте, кстати, немножечко посмотрим на то, как вообще развивался перевод за века. Я постарался сделать вот такую табличку, которая показывает, как работали переводчики и что они переводили за письменную историю человечества. Я попытался сопоставить историю развития перевода в Европе и историю развития перевода в России. В античный период в Европе в основном переводили религиозные тексты. Это были тексты раннехристианские. Вы знаете, что Библия на нескольких языках написана. Есть произведения на арамейском части Библии, есть произведения на древнеиудейском языке, есть произведения на греческом, в том числе тексты религиозные, библейские. В России во времена Киевской Руси существовали политические и торговые связи. И поэтому, соответственно, переводили тексты политические и торговые благодаря тем, что были связи с Византией, с Германией, с Францией. Вы, наверное, помните о том, что одна из дочерей Ярослава Мудрого стала королевой Франции. И отвезла, когда выходила туда замуж, и она по этому поводу печалилась, потому что она выходила замуж в варварскую страну. Византийская культура в России была на то время, пожалуй, выше, чем французская. Она туда отвезла Евангелие, на котором с тех пор до самых последних французских королей все короли короновались в Римском соборе. Были связи со Скандинавией, были с арабскими странами. То есть посмотрите, какой широкий диапазон связей и сколько языков приходилось переводчикам использовать в работе. В средние века в Европе переводили по-прежнему библейские и религиозные тексты, но к ним добавились философские трактаты античности, добавились исторические хроники и рыцарские романы. И в основном речь шла о латыни, либо о языках соседних стран. В России чуть позже, чем в Средневековье, это 14-17 века, продолжали работать переводчики с религиозными произведениями, и Максим Грек основал целую школу переводчиков в России, в Москве. Переводились исторические и научные книги, в основном это были работы по географии, по медицине, по алхимии, и переводились рыцарские романы. В эпоху Возрождения в Европе выполнялся художественный перевод, но перевод тогда очень часто сводился к пересказу. Если вы вспомните произведение о короле Артуре, то для французов король Артур вовсе не британец, а он происходит родом из провинции теперешней Франции, из Британии. То есть он бретонец, как правильно говорить, с точки зрения французов. А англичане перенесли это на свою почву. Вы сами знаете, что они говорят, что король Артур жил в Корнуолле, и легенды носят оттенок английский. То есть существовал перевод-пересказ и перевод-адаптация.
В XVIII веке в России, благодаря реформам Петра I, был очень востребован перевод юридической и научной литературы, а затем, примерно с середины XVIII века, основной упор переместился на перевод художественных произведений и поэзии. И такие имена, как Сумароков, Ломоносов, Тредяковский, Державин, известны практически всем. Очень интересный переход к формированию теории перевода происходит в XIX веке. Почему? Потому что И в западноевропейских странах начинают выходить работы о том, что же такое должен быть перевод, и в России начинают появляться такие работы. Но самое интересное то, что примерно до середины XIX века авторы выступали за то, что перевод должен адаптироваться к реалиям слушателей, которые его воспринимают. Поэтому, например, вы знаете стихотворение Жуковского «Людмила», это на самом деле довольно свободный пересказ стихотворения Гейна Алларилея. А вы знаете многие другие произведения, которые являлись пересказами оригиналов других писателей зарубежных. Точно так же, как Ла Фонтен во Франции, например, пересказывал эзоповские басни и осовременивал персонажей, помещал их в современную ему среду и так далее. И, наконец, в 20 веке и в России, и за рубежом идет активное развитие теории перевода. Если вам интересно почитать работы по истории перевода, я вам от всей души рекомендую почитать книгу Корнея Ивановича Чуковского, которая называется «Высокое искусство». И эта книга была написана еще в середине 20 века, но читается как великолепное художественное произведение. То есть это вещь весьма интересная. Но теперь, когда мы поговорили об истории перевода, давайте посмотрим на сущность перевода, что же это такое и как это работает. Сразу отвечу на несколько вопросов. Как можно сохранить презентацию на компьютере, спрашивает Ольга Викторовна Мамонова. Ольга Викторовна, презентацию я выложу сразу после вебинара для свободного скачивания на форуме englishteachers.ru. Так что вы ее сможете скачать. Но мне уже коллеги здесь помогли с ответами, и замечательно. Точно так же я постараюсь выложить завтра видеозапись нашего сегодняшнего вебинара с тем, чтобы даже если у вас звук не очень хорошо идет, вы смогли бы видеозапись вебинара посмотреть еще раз. Так вот, когда мы говорим об эквивалентности перевода, существует сразу несколько подходов к переводам, и от них, от этих подходов, и зависит как раз, как мы начинаем переводить. Эквивалентность может осуществляться на нескольких уровнях. Например, на уровне денотата, когда значения слов в родном, или точнее, в языке оригинала, в языке перевода практически совпадают. Например, «птица» по-английски будет «bird», и это примерно одинаковое значение. «Стол» — это «table», «дом» — это «house». То есть здесь очень часто, если опираться только на денотат, только на чистое значение, перевод допустим вполне буквальный. И как авторы, сторонники денотативной теории считают, большинство ситуаций тоже вполне совпадают речевых, то есть они имеют значение сходное, и вполне одна ситуация может транслироваться в другую. Но проблема в том, что далеко не все лексические единицы имеют полные эквиваленты в языке перевода. Даже если мы с вами посмотрим на вот эти слова, которые я привел, то если птица и bird — это примерно одно и то же, то стол и table далеко не всегда совпадают, правда? Потому что стол, конечно, в большинстве случаев — это table, а письменный стол, как по-английски называется — Деск, совершенно верно. Дом это тоже, конечно, house. Но если мы говорим про адрес, например, дом 5, то как мы с вами в адресе это можем сказать? Там уже мы напишем не house, а как? Номер дома, здание, building. Совершенно верно. Более того, если мы будем говорить о доме культуры, то это и не house of culture, и не building of culture, конечно же, это скорее будет какое-то другое слово, потому что это культурные реалии, которые присущи жизни Советского Союза, но оно совершенно не транслировалось, вот это вот та самая культурная лакуна. То есть одно и то же слово многозначно. А если мы посмотрим на английское слово table, то ведь это же не только стол, это еще и таблица. Поэтому выражение make a table будет означать не только сколотить стол, но и составить таблицу, правда? Поэтому только на уровне денотата, вот у нас хороший вариант, community center, может быть такой. То есть только на уровне денотата переводить крайне затруднительно, правда же? Есть сторонники перевода по речевой ситуации, коммуникативная теория перевода, которая говорит о том, что переводить необходимо на уровне коммуникативного значения. То есть важно максимально точно передать смысл с фразы. И буквальный перевод здесь нам не только не помогает, а он нам сильно мешает. Например, вот такое выражение, как «That's a pretty thing to say»,
совсем другое значение имеет, которое из значения каждого отдельного слова не складывается. Она переводится на русский просто «постыдился бы». Правда? То есть мы учитываем коммуникативную ситуацию, и поэтому мы и говорим, что мы создаем текст заново на языке перевода. Не зря переводчик получает авторские права на переведенный им текст. И это действительно важно. А есть переводы, для которых очень важно сохранить форму и стиль. Например, это художественный перевод и перевод поэтический. Причем важно в поэзии при переводе, чтобы не только форма сохранялась, это ритм фразы, это значение полностью передавалось, но и само звучание попытаться передать. Давайте мы с вами посмотрим, например, как переводится, например, сонет 90 Шекспира. Я постараюсь вам прочитать первое его четверостишие по-английски, а потом приведу в качестве примера перевод, который выполнил Самуил Яковлевич Маршак, перевод, который мы все, каждый из нас слышал с вами. «Then hate me when thou wilt, if ever now. Now, while the world is bent, my deeds to cross. Join with the spite of fortune, make me bow. And do not drop in for an after loss». Это начало сонета и перевод на русский язык. «Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя». Я не привожу весь сонет, но сонет и перевод выполнен блестящий. Сонет, конечно, очень красиво. То есть здесь действительно очень важно, посмотрите, и ритм в целом сохраняется, и слова те же самые образы, правда? По-английски «do not drop in», по-русски «не последней капли горя». То есть «drop» — капля, она все равно сохраняется. И так далее. То есть здесь важны и такие моменты могут быть. То есть посмотрите, самые разные уровни эквивалентности требуются в зависимости от типа перевода. Можно провести интересный эксперимент. Вы читали наверняка, многие из вас, о том, как в 70-х годах проводился эксперимент следующего типа. Вокруг стола сажали около 20 переводчиков. Причем сажали так, чтобы, например, человек знал язык своего соседа слева и переводил на родной язык. То есть, например, первый переводчик был специалист, англичанин, который владеет русским языком. Ему давали текст на русском языке, он его переводил на английский и передавал переводчику справа. Справа сидел француз, который переводил с английского на французский. Затем сидел немец, который с французского на немецкий переводил, и так далее. И когда текст путешествовал через ряд языков, то в нем неизбежно, несмотря на то, что переводчики все были профессиональные и старательные, в нем неизбежно случались изменения. Вы можете провести подобный эксперимент, вам для этого вовсе не надо собирать большое количество переводчиков. Вы можете воспользоваться сайтом, который сейчас перед вами на экране. Я вам предлагаю сейчас на него не переходить, иначе вас может выбить с вебинара, но потом вы его сможете скопировать, этот адрес, и попробовать сделать. Он работает по тому же принципу. Я ввел в этот сайт фразу «Excuse me, how can I get to the library?» и попытался, чтобы этот сайт перевел его, пропустил через 8 языков. Сайт работает следующим образом. Переводит с английского на какой-то язык, затем с этого языка обратно на английский, потом снова на другой уже язык и опять на английский. И посмотрите, что получилось. В конце получилось, через 8 языков спустя, у нас появился вариант «Forgive my way to the library». Если вам интересно посмотреть, каким образом это происходило, вот в правой колонке перед вами пример. Когда сначала мы перевели с английского, вернее, программа перевела на арабский, затем опять на английский, потом на каталанский язык, на английский, на украинский, снова на английский и так далее. И у нас начинают копиться изменения. Вместо «How can I get?» у нас стало «How do I get?», потому что это более типичное выражение. Затем у нас, после перевода на китайский, у нас пропала разница между «excuse» и «forgive». Потом у нас после перевода на турецкий, у нас, вернее, у нас уже через китайский появился инфинитив и так далее. И в конце концов вот так после тайского языка и получилось. Всего лишь через 8 языков мы сделали. Этот сайт позволяет до 32 языков, по-моему, пропускать перевод, или до 35, там еще более чудесные результаты. Можно потренироваться с поговорками. В качестве одного из таких примеров, который я часто привожу своим ученикам и студентам, о том, каким образом буквальный перевод машинный не срабатывает и не может быть правильным очень часто, пример следующий. Пару-тройку лет назад
как-то, когда только запустился Google переводчик, сайт Google Translate, провели такой эксперимент. В него ввели фразу по-русски: «Вчера моя кошка родила 3 котят, 2 белых и 1 черного». Затем эту фразу перевели на английский язык машинным переводом, потом то, что получилось по-английски, снова вставили в переводчик и перевели обратно на русский язык. Знаете, что, что в конце концов получилось? На русский язык фраза вернулась в таком виде: «Вчера мой кот родил 3 котят». 2 белых и 1 афроамериканца. И как это получилось, вполне легко понять. Cat по-английски не имеет гендерного значения, нам не важно, он или она, правда? Соответственно, вместо черного, поскольку политкорректность вступила в действие, котенок получился афроамериканцем. То есть получается замечательная совершенно ситуация. Вы можете с этим поработать. Юлия Валентиновна Никина спрашивает, есть какие-то приемы в стихах ритм сохранить, как сейчас в примере показали? Юлия Валентиновна, вы знаете, прием только один – быть хорошим поэтом и на родном языке. Маршак-поэт гениальный, великолепнейший переводчик, он ритм сохранял. А вот, например, в примере со знаменитым стихотворением «Королевский бутерброд», помните, король его величества просил ее величество, нельзя ли немного масла доставить ко двору. Стихотворение на английском звучит нетипичным ритмом. Нетипичный ритм и слог для английской поэзии, и когда Маршак переводил на русский, он и на русский перевел нетрадиционным для русского слуха размером. То есть он вот эту чужеродность он тоже нам передал. Но об этом очень много можно было бы говорить, но немного за рамки нашего сегодняшнего вебинара выходит. Если вам интересно, я вам скажу, какие книги можно почитать как раз о таких моментах художественного перевода. Давайте продолжим разговор об эквивалентности перевода. Как многие из вас уже сегодня отмечали, для перевода, помимо лексики, грамматики и речевой ситуации, необходимо учитывать и культурные реалии. Хотя бы потому, что существует культурная лакуна, как мы с вами говорили, то есть явления, которые есть в одной культуре, а в другой культуре их нет. И некоторые фразы, одни и те же, могут совершенно интерпретироваться по-разному. Например, вы знаете, что англичане, как правило, очень вежливо. Если вы послушаете, как люди говорят, например, в общественном транспорте Великобритании, то вы услышите, что они говорят более вежливо внешне, чем говорят россияне, как правило. Но если вы послушаете британские политические дебаты, то там говорят очень жестко, очень резко, и на русский слух звучит немного грубовато. То есть, видите, у нас нормы вежливости повседневной немножечко не совпадают. И такие вещи тоже необходимо адаптировать. И поэтому возникает понятие адекватного перевода, то есть перевода, который максимально точно передает звучание. Если это звучит грубо для англичанина, это должно звучать грубо и на русский слух, когда мы переводим на русский язык. Если это звучит вежливо для англичанина, это должно звучать вежливо и на русский слух. Поэтому для достижения адекватного перевода часто требуется совершать ряд операций с лексикой и грамматикой. Вы знаете, на самом деле, к сожалению, многие ученики и студенты не понимают того, что буквально перевод не передает очень часто звучание стилистического. Дело в том, что существует сейчас целый ряд так называемых переводчиков, самопровозглашенных, которые заявляют, что вот настоящий перевод – это когда все переводить по прямому самому первому значению. В качестве очень известного человека, который любит заниматься самопиаром, я могу привести пример Дмитрия Пучкова. Он называет себя гоблином. Это бывший милиционер, который занялся переводами английского, с английского языка, переводами фильмов. И он провозгласил, что все, что у нас было показано по телевидению, это все переведено неправильно, потому что если по-английски встречается ругательство, то на русский язык его обязательно надо переводить только матом. Я сейчас не хотел бы приводить подобные примеры, как вы понимаете, у нас все-таки вебинар профессиональный, но тем не менее я хотел бы сказать вот что. Очень многие английские, так называемые four-letter words, они звучат на английский слух гораздо менее грубо. Они встречаются в художественной литературе и в фильмах встречаются, то есть они менее табуизированы, чем полные их, чем прямые переводы их на русский язык. Поэтому, если не звучит эта лексика настолько грубо для английский слух, то она, конечно, и на русском должна должна смягчаться. Поэтому вот как раз то, что происходит у нас при переводе. То есть культурные моменты, культурные реалии необходимо учитывать. А вот теперь давайте посмотрим на то, какие же операции с лексикой и грамматикой мы совершаем при переводе. Для того, чтобы правильно передать содержание, нам приходится производить лексические трансформации. Например, мы можем прибегать к транскрипции или транслитерации. Зачем нам нужна транслитерация? Как раз за тем, что некоторые названия мы переводим на английский язык, например, не «Красная площадь» пишем, а «Red
Николаевскую, а какие-то названия мы переводим частично, частично транслитерируем. Спасская башня — это будет не Savior's Tower, правда же? А Спасская Тауа, и нам слово «Спасская» надо правильно написать по-английски. А для детей очень часто проблема, они даже свою фамилию не всегда умеют написать. Калькирование требуется. Калькирование – это буквальный перевод определенной фразы. Например, «Верховный суд» или «Верховный совет» так и будет «The Supreme Court», «The Supreme Council». Точно переводится и совершенно четко передается. Бывает конкретизация. Конкретизация – это уточнение более общего понятия. Вы знаете английское выражение «all the king's horses and all the king's men». А по-русски оно как звучит? «Вся королевская конница» вместо «все королевские кони», правда? И «вся королевская рать». То есть не просто «men» – люди короля, а именно солдаты. Бывает генерализация, когда вместо конкретного слова мы берем общее, более общий термин. Например, вместо «he is always very deferential to his parents» мы говорим, что он всегда относится к родителям с уважением. То есть не просто почтение, а уважение в целом. И бывает смысловое развитие, когда мы какие-то вещи поясняем. И бывают точно так же грамматические трансформации. Здесь доступен дословный перевод, когда нам нужно сохранить структуру грамматическую. И обратный порядок слов иногда нам здесь как раз и помогает. Грамматические трансформации – это также членение предложения. Например, по-английски или по-русски предложение слишком длинное, а на языке перевода мы его разбиваем на два более коротких, при условии, что это никак не повлияет на смысл предложения. Объединение предложений. Вместо двух коротких, если язык позволяет, мы можем сказать и более длинное одно. Может быть перевод антонимический. Например, вместо того, чтобы говорить «he kept silent», мы переводим совершенно обратными вещами. Вместо того, чтобы говорить «сказал», мы говорим «он не сказал ни слова». Потому что по-английски «сохранять молчание», вернее, по-русски фраза «сохранять молчание», «он сохранял молчание» звучит не очень естественно. Не правда же? Вопрос сразу Марии Свалову спрашивает, нужно ли давать ученикам второго класса транскрипцию слов? Уважаемые коллеги, если мы посмотрим на требования примерной программы, то дети транскрипцию по окончании начальной школы должны знать, с какой точки зрения они должны уметь ее прочитать. То есть, например, если они увидели слово в словаре, они должны уметь прочитать ее правильно по транскрипции. Это не значит, что дети должны транскрипцию уметь писать, это не значит, что дети обязательно транскрипцию должны изучать во втором классе. То есть программа примерная не оговаривает, в каком классе начинать. Наверное, имеет смысл транскрипцию все-таки давать потихонечку, начиная со второго класса, хотя бы для того, чтобы у детей понимало, формировалось понимание того, что английский звук «д» и русский звук «д» — это совсем два разных звука. И точно так же, как «р» и «р» — это разные звуки, не правда ли? Далее. Для передачи формы также требуются грамматические трансформации, про которые мы с вами поговорили, и требуется учет экстралингвистических требований и традиций. Например, у нас на документах пишут «конфиденциально», по-английски может стоять «штаб confidential», но очень часто встречается выражение «for your eyes only». Иногда требуется описательный перевод, когда адресату явление неизвестно, и переводчику приходится объяснять, что это такое. То есть, например, если вы вводите иностранных гостей по вашему городу, и экскурсовод говорит, а вот, например, справа памятник Гагарину, то вы, скорее всего, не просто скажете, что «to your right you can see a monument to Gagarin», а вы объясните «to Gagarin, who was the first man to fly into space». То есть как раз тот самый описательный перевод, либо компенсация, когда вы уточняете, как переводчик, смысл какого-то явления. Уважаемые коллеги, у вас, многие из вас пишут цветными шрифтами. Вы знаете, очень тяжело цветные шрифты читать, они вместо того, чтобы выделять, они много... Они просто не очень четко видны. Если можно, я вас попросил бы вернуться к черному цвету для того, чтобы легче было прочитать. И тогда легче будет прокомментировать. Иначе просто я могу пропустить какие-то моменты. Так вот, и в переводе требуется следовать традиции. Например, имя Джордж мы переводим как Джордж пишем, но если идет речь о короле Кинг Джордж, то это будет король Георг. Точно так же, как Кинг Джеймс, это не король Джеймс, а король Иаков. И точно так же в российской историографической традиции императрицу звали не Анна Ивановна, ту, которая царствовала с 1730 по 40 годы, а Анна Иоанновна. Правда же? То есть вот эти традиции тоже приходится учитывать.
Каким же образом мы можем обучать переводу? Что нам здесь помогает? Я думаю, что здесь стоит сознательно себе сказать, что наши возможности, к сожалению, ограничены. За 3 часа работы в школе с 5 по 11 класс мы вряд ли сможем подготовить переводчиков. Поэтому нужно реалистически посмотреть на наши задачи. Что мы можем сделать? На уроке мы можем сформировать у школьников базовые представления о переводе как о коммуникативном явлении. Мы можем сформировать основу у школьников умения передачи содержания оригинального высказывания посредством создания эквивалентного текста на другом языке и дать некоторое ограниченное количество трансформаций. А вот во время элективного курса мы можем познакомить школьников и с основными средствами и приемами перевода и дать возможность практики в письменном и устном переводе. А теперь давайте мы с вами посмотрим на конкретные примеры. Каким же образом мы можем использовать перевод в обучении английскому языку и для обучения переводу как речевой деятельности, какие приемы нам могут и упражнения помочь. А после этого мы коротко поговорим о том, как построить элективный курс. Я хотел бы рассказать вам об этих вещах на примерах курса New Millennium English для 5-11 классов. Почему именно на примерах этого курса? Потому что, насколько я знаю, на сегодняшний момент это единственный курс в России, курс английского языка, который не просто использует перевод, но который ставит одной из своих целей – обучать переводу как виду речевой деятельности. Во всех остальных курсах перевод используется, но он используется только как одно из средств достижения общей цели – создания коммуникативной компетенции. А здесь перевод является, обучение переводу является и самоцелью. В курсе обучают следующим механизмом перевода школьников. Это ориентировка, то есть оценка ситуации, это постановка коммуникативной цели, то есть чтобы дети понимали, зачем что-то говорится, это уяснение смысла и коммуникативных средств в оригинале, проанализировать, каким образом человек добивается этой коммуникативной цели, это умение планировать содержательную и лингвистическую сторону высказывания и умение выбрать эквиваленты, это реализация плана высказывания. А с точки зрения, и, наконец, оценка результата, обязательно хороший или нехороший перевод получился, качественный или некачественный. Стратегии перевода в этом курсе. Умение уточнять информацию, умение использовать трансформации, ряд трансформаций, не все, умение опускать детали, ненужные для коммуникации, это компрессия текста, умение снижать уровень эквивалентности, например, вместо того, чтобы буквально переводить выражение «he answered the phone», можно просто сказать «он снял трубку». Правда же, нам вовсе не обязательно говорить, что он снял трубку телефона или он ответил на телефонный звонок. Это и неуклюже, и не совсем естественно по-русски звучит. Правда же? То есть здесь мы немножко снижаем уровень эквивалентности, а смысл тот же. Умение разделять речь на порции и уметь переводить кусочками, а не пытаться все предложение сразу охватить. Умение находить смысловые опоры, прогнозировать смысловое развитие текста и, наконец, компенсировать потери понимания, ну, не понял ученик весь текст. Это бывает сколько угодно. И в реальном общении даже на родном языке у нас бывает, когда мы недослышали что-то, и мы или переспрашиваем, или делаем вывод о том, что же человек хотел сказать. И компенсировать потери понимания можно за счет контекста. Это понимание интонации, это понимание эмоциональной окраски, это знание предмета. Коллеги, а скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, из вашего опыта, со своих уроков или с уроков коллег, для чего наиболее часто используется перевод сейчас на уроке английского языка? Для того, чтобы понять текст, верно. Для того, чтобы проконтролировать понимание, чуть перефразирую. Для составления диалогов, верно. Именно на проверку, на закрепление лексики и грамматики тоже, для иногда, чтобы четче поработать, но прежде всего для понимания, правда же? Конечно, это самое частое использование. Но вы знаете, здесь возникает вопрос, а всегда ли здесь перевод нужен? Всегда ли надо именно таким способом проверять понимание? У нас была чудесная ситуация, когда на форуме одна дама написала, она является вузовским преподавателем, и как она написала, она взялась помочь девочке, дочери, подруге, помочь делать задание по английскому языку. И она пришла на форум с возмущением. Она пишет, какое безобразие, девочка же не успевает справляться с домашним заданием, там такие большие тексты, почему у вас неправильно сформулировано задание, почему у вас написано только read and answer the questions, почему не написано прочитай и переведи, ведь ребенок не успевает делать перевод. То есть женщина просто кипела праведным негодованием. И мне пришлось объяснять, что перевод как раз не предполагается.
И я спросил, а зачем вам нужен перевод? Она говорит, ну как же, я же должна проверить, понял ребенок или не понял, о чем текст. И мне пришлось объяснять с помощью цитаты из книги для учителя, да и с помощью просто обращения к методике, мне пришлось объяснять вузовскому преподавателю, что для того, чтобы проверить понимание, нам перевод далеко не всегда требуется. Правда же? Ведь если, например, мне нужно понять, поняли ли у меня дети в начальных классах, чем отличается слово «pen» от слова «pencil», мне вовсе не обязательно говорить «pen» — это что такое, что я сейчас сказал, правда? Мне достаточно сказать «show me a pen». Если дети поднимут ручки, то сразу видно, что они это слово знают. Если кто-то из ребенок карандаш поднял, я опять же не буду себя переводить. Я скажу «no, that is not a pen, that is a pencil, this is a pen». И дети вполне поймут. Поэтому для контроля понимания можно и по-другому использовать, правда? А хороший контроль понимания – это вопрос после текста. Перевод можно использовать, как некоторые из вас уже отметили, для сопоставительного анализа явления родного и изучаемого языков. Правда же? Для того, чтобы четче понять, чем же изучаемый язык отличается от родного. Для стилистического анализа текста иногда требуется в старших классах перевод. Для отработки лексики и грамматики можно использовать. Можно использовать в качестве опоры для высказывания и для анализа социокультурных реалий. Давайте мы посмотрим с вами на примеры из учебников. Вот, например, пример из учебника. Коллеги, если вы позволите, я увеличу изображение слайда. Он немножечко расплывается, но, тем не менее, на весь экран, чтобы лучше было видно. Посмотрите, что у нас получается. Мы сначала с детьми поговорили об обиходных фразах в классе, а после этого у нас идет задание. То есть мы детям начинаем давать понятие об эквивалентности и обучаем их по фразовому переводу, то есть не целым еще предложением, а только фразой, которая может быть частью предложения, иногда и целиком. Задание следующее. Match the Russian sentences with their English equivalents. И посмотрите, о чем мы здесь говорим. У нас есть на уровне слова, например, мы ставим оценки в дневник, и у нас будет буквальный практический перевод. We put our marks in the school diary. А у нас есть также обучение переводу по фразовому. То есть у нас есть фраза «у нас есть обед», «у нас есть перемены». И вот эти выражения у нас есть подчеркнуты. И по-английски мы говорим «we have breaks», «we have lunch». Вместо «нам ставят» мы говорим «we get». Правда же? Вместо того, чтобы сказать «родители получают ведомость успеваемости в конверте», мы говорим «Our parents get school reports in envelopes». То есть здесь у нас и лексика определенной формы, но самое главное, мы говорим о том, что существуют эквиваленты, мы обучаем по фразовому переводу. Как комментируют коллеги, такие задания ученики очень любят, 5-6 классы, устойчивое выражение, совершенно верно, их можно называть и таким образом, но эти как раз выражения помогают понять, как же можно перевести стандартные обиходные фразы. В 5-м же классе мы начинаем давать детям основу транслитерации. Вот у нас разворот урока о Москве, и мы говорим, что посмотреть, дети, вот как некоторые названия транслитерируются. Здесь у нас идет игра, какие-то вещи мы переводим, та же самая Red Square, а какие-то названия мы просто транслитерируемся. И к транслитерации мы еще подойдем чуть постарше. И очень приятно читать, когда коллеги пишут, что часто делают задания на эквиваленты и так далее. Конечно же, перевод используется и для закрепления лексики. Например, в 6-м классе перед вами сейчас страницу увидите учебника, когда мы смотрим, какие можно обиходные фразы в классе использовать, и задание на дом «Translate into English», когда дети переводят эти фразы и ищут эквиваленты. Можно войти, да, пожалуйста, как вы пишете слово по буквам такое-то, спеллингуют дети, спасибо. То есть, вроде бы простые вещи, но мы учим переводить именно целыми высказываниями. Перевод используется для сопоставления культурных реалий. Пример из учебника New Millennium English до 6 класса. Посмотрите, мы начинаем unit The English World, когда мы говорим о значении, о роли английского языка в мире. И уже в первых заданиях мы с детьми сопоставляем некоторые культурные моменты. Например, Translate into Russian. Название по художественных произведениям. Alice in Wonderland, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Gulliver's Travels. И точно так же в том же задании есть задание третье, Translate into English. Есть фраза, которая переводится целиком, буквально, например, «Млечный путь», «Milky Way», «Электронная почта», а есть фраза, которая переводится не буквально, приходится искать соответствие, как, например, со словом «гостиница». То есть мы показываем, что немножечко отличаются культурные реалии здесь. И перевод, конечно же, может служить опоры для высказывания. Об этом мы часто забываем. Помните, есть в методике такой прием, который называется «опора на зачин».
То есть мы даем детям начало истории, говорим, начни историю так, придумай продолжение. Бывает еще опора на концовку, когда мы даем конец истории, а всю предысторию нужно написать. Вот у нас маленький пример. У нас есть замечательный раздел в учебнике, который называется «Spooky Stories», там, где дети учатся так называемые страшилки, страшные рассказы составлять. Вы знаете, что дети очень любят, в детских лагерях они любят всякие страшные истории друг другу рассказывают. Как объясняют психологи, дети борются со своими страхами таким образом, потому что страхи-то, в общем-то, они детские, наивные, никто этого особо не пугается. Правда? Дети борются со своими страхами, то есть это еще и психотерапевтический эффект оказывает. Но, тем не менее, после того, как дети попридумывали такие истории, у нас есть для них, после того, как они поработали с грамматикой, у нас есть такое задание на дом. Translate into English and finish the last sentence. И дается такой текст. Был холодный зимний вечер. Темнело. Маша и Петя шли домой после школьного новогоднего вечера. Петя рассказывал Маше про своего нового питомца, черного кота, как вдруг они услышали. То есть здесь мы говорим про past continuous, и в то же время дети историю пытаются продолжить. Используется перевод, как многие из вас совершенно справедливо отметили, для отработки грамматики и лексики. Я взял несколько примеров из учебника New Millennium English для 7 класса. Они сейчас перед вами на слайде. Посмотрите. Мы, например, обучаем в упражнении, в самом первом упражнении номер 7, мы еще раз отрабатываем с детьми то, как мы по-английски можем предлагать что-то сделать. Задание следующее. Translate the conversation. Use three different forms of suggestions. И варианты предложений. Давай покатаемся на велосипеде. Хорошая идея. Давай пригласим Диму. Конечно, я позвоню ему. Давай Сергея пригласим тоже. Или, например, в упражнении справа, номер 6, мы учим детей, еще раз отрабатываем с ними тоже предложения какие-то, выражения «я тоже люблю», «я тоже не люблю». Например, «мне нравится играть в теннис», и «мне тоже», «давай сыграем в субботу», «давай», или «не люблю боулинг», «я тоже скучная игра». Мы отрабатываем лексику. Упражнение номер 5. Choose the right translation for each of the words. И у нас даются такие слова, как Earth Day, Wildlife Club, Nest Box, кормушка, да? The Bird Table, кормушка, Earth Day Event и так далее. И учим детей анализировать, проверяем их понимание сложных грамматических явлений. Например, choose the best translation. If I were you, I would take up sport. И даем три варианта. Давай займемся спортом вместе. Я бы на твоем месте занялся спортом. Если бы я был тобой, я бы взял спорт. И когда мы уяснили, что дети точно понимают выражение if I were you, I'd или I would, мы даем им lookbox, табличку, которая помогает им еще раз закрепить формирование такого выражения. Юлия Валентиновна спрашивает, эти задания после какого-то текста даются по другому учебнику просто? А, вы, наверное, о себе обсуждаете, да? Просто в «Миллениуме» даются задания после текста, естественно, после того, как дети поработали. Обратите внимание, что сначала перевод у нас идет на русский язык. До примерно старших классов. В старших классах мы переводим на английский очень много, потому что там дети уже выросли, набрались лексики, грамматики и коммуникативную компетенцию построили. Седьмой класс. Перевод культурных реалий. Посмотрите, пожалуйста, задание следующее. Please read carefully. Мы знакомим с детей со знаками и объявлениями, которые мы можем увидеть в англоязычных странах. Например, сначала мы пытаемся понять, какие знаки что-то запрещают, а какие что-то рекомендуют делать. Например, keep right, no jeans, no exit, no dogs, please queue other side и так далее. А после этого у нас идет задание. Look and match with the Russian equivalents. Многие из вас говорили, что одна из больших проблем – это когда дети пытаются переводить буквально. Вот на таких простых упражнениях, как то, которое вы сейчас увидите, дети как раз учатся тому, по пониманию того, что буквально перевод не всегда правильный. Например, no exit. Если детям предложить выбор между двумя переводами «не выходить» или «нет выхода», то, скорее всего, они выберут перевод правильный. Точно так же, как no parking. Парковка запрещена или нет парковки? Смысл вроде бы один и тот же, но правильно по-русски сказать «парковка запрещена». Правда? То же самое, что по-английски мы говорим «please keep off the grass», а по-русски «по газонам не ходить». То есть есть устойчивое выражение, которое приходится давать. Транслитерация. В седьмом классе мы детей подробно знакомим с таблицей транслитерации, я сразу хотел бы подчеркнуть то, что
И существует несколько международных систем транслитерации. Нам всегда приходится какую-то одну выбирать. Три или четыре системы существуют. Поэтому здесь авторы постарались выбрать такую, которая наиболее хорошо работает для английского языка. Так, чтобы англичанин, увидев название, написанное такой системе транслитерации, смог бы его прочитать достаточно правильно. И объясняем детям, что такое транслитерация. Комментирует Наталья. В Enjoy English во втором классе дается. Да, таблицы транслитерации даются в разных учебниках в разных классах. Если мы посмотрим с вами на учебники для начальной школы Мили, там тоже транслитерация дается детям. Просто мы еще раз к этому возвращаемся на более сознательном уровне. И мы учим детей учитывать контекст при выборе вариантов перевода, потому что от контекста очень часто зависит понимание значения слова и выбор правильного варианта. Например, «Don't get upset if you have problems at school. Ask for help». И мы предлагаем детей выбрать это пятое предложение в упражнении. «Не расстраивайся» или «Не плачь». «Make sure» – «Будь увереннее» или «Позаботься о том, чтобы». «Make sure you get the help you need». И так далее. То есть мы помогаем детям не только понять значение этого выражения, но и смотреть на целиком на предложение, то есть уже переводить не пословно, не буквально переводить, а исходя из коммуникативной ситуации. Точно так же в восьмом классе мы объясняем детям, что лексические единицы могут иметь разные значения. Например, в этом уроке, который вы видите перед собой, мы говорим о качествах характера. Мы даем детям маленький тестик, они пытаются свой характер описать, например, reliable, и они должны от 1 до 5 показать, насколько у ребенка много этого качества. А в табличке, в правой стороне таблички, в правой колонке, мы детям объясняем, даем объяснение по-английски, определение этого слова. А потом у нас идет упражнение на перевод, как раз когда дают слово reliable, то же самое, и к нему три варианта перевода, и надо выбрать правильный. То есть мы показываем детям, что лексические единицы могут иметь разные значения, и в зависимости от контекста требуется значение выбирать. Сразу несколько вопросов постараюсь поотвечать. Юлия Валентиновна Никина спрашивает, насколько важно, если есть ошибки в транслитерации. Юлия Валентиновна, здесь зависит от того, с какой целью вы транслитерацию вводите. Если вы даете обучать детей транслитерации за тем, чтобы они правильно написали какие-то устойчивые вещи, например, вы знаете, что такая фамилия, как Чайковский, Достоевский и прочее по-английски, она пишется совершенно определенным образом, то здесь, наверное, ошибки следует исправлять. Если дети пишут какое-то не всем, не общеизвестное слово, пытаются транслитерировать, и слово, которое не имеет особого культурного значения, название поселка какого-нибудь, название города и так далее, то, наверное, здесь ошибки не настолько серьезные. В фамилиях, ну, с фамилиями вообще очень интересная ситуация, это вопрос продолжает Ольга Симченко. С фамилиями ситуация вот насколько интересна. Дело в том, что когда у нас АВИР выдает заграничный паспорт, то в этой организации есть специальная таблица транслитерации, и они по этой таблице и делают. А когда вы приходите в посольство зарубежное получать визу, они порой смотрят на то, как ваша фамилия по-русски звучит, и пишут ее так, как они считают правильным. У меня в паспорте есть две британских визы и две американских, и вы знаете, каждый раз и британцы, и американцы мою фамилию Конобеев писали совершенно по-разному. Причем эта фамилия в визе отличалась от того, как она у меня в паспорте написана. Вы знаете, ни разу проблем на границе не было. То есть я приезжал, смотрели, меня вполне спокойно пропускали, даже несмотря на то, что фамилия в визе отличалась от фамилии, написанной в паспорте. То есть проблем здесь не возникает, потому что сотрудники понимали, что и так можно прочитать правильно, и так можно прочитать правильно, звучание примерно одно и то же. Алла Викторовна спрашивает, есть ли списки возможных вариантов имен. Алла Викторовна, есть разные системы транслитерации, в которых приводятся примеры того, как одно и то же имя может быть написано. Например, мое имя Алексей пишут и через X, и через KS, хотя чаще пишут через X, например. Но абсолютно стопроцентных требований таких нету. АВИР действительно, Вера Александровна Воробьева комментирует, часто меняет транслитерацию, то он на французский манер, то английский пишет. Да, дело в том, что французская транслитерация осталась еще с 19 века, традиция, а сейчас потихонечку на английскую переходят. И из-за этого такие путаницы. Так вот, мы с вами посмотрели, например,
того, что лексические единицы мы объясняем детям, что они имеют разные значения, и поэтому при переводе необходимо смотреть на контекст и выбирать значения. И тут же мы обучаем детей стилистике, 9 класс. Мы показываем детям то, что есть функциональная эквивалентность перевода, когда одно и то же выражение можно перевести разными способами, но в зависимости от контекста. Есть выражения, которые принято в этом жанре использовать, а есть выражения, которые не принято в этом жанре использовать. Например, poisonous chemicals. Дети должны выбрать русские эквиваленты для этих фраз, прочитав текст. Как сказать, ядовитые химикалии или ядовитые химические вещества? И то, и другое слово будет правильно, хотя ядовитые химические вещества более широкое слово, чем химикалии, потому что химикалии это чаще именно из физики, правда же? А химические вещества это более общий термин, это генерализация как раз. В тексте, о котором речь шла, после которого делается упражнение, речь шла именно о химических веществах. Или, например, car fumes, машинные газы или автомобильные выхлопы, конечно, автомобильные выхлопы. То есть мы учим детей выбирать стилистически соответствующий и общепринятый в языке вариант. Это то самое чувство языка, о котором говорили коллеги, но это чувство не возникнет само по себе, его надо формировать, оно всегда уходит корнями в точные знания стилистики. И так далее. Да, действительно, это контекстуальный выбор, и это очень важно. А после этого посмотрите работа с лексикой. Choose the correct translation for the words in bold in the text. Мы смотрим на эти слова и пытаемся разобраться в их значении. Но здесь у нас один вариант правильный, один неправильный. Тут мы просто работаем с лексикой. А вот первое упражнение, которое вы видели, это именно речь идет упор на функциональную эквивалентность, на обучение. Мы учим детей уходить от буквального перевода и смотреть на весь контекст фразы, либо вообще речевой ситуации. То же самое, 9 класс, дети подросли, мы даем им лексику конкретной сферы, то есть развиваем то, что Комиссаров называет специальной компетенцией. Посмотрите, пожалуйста, задание следующим образом звучит. Read the Russian sentences and find the English equivalents in the second column for the words and phrases in bold. Опять не целиком мы все предложение эквивалент ищем, а именно анализируем определенные выражения. Помните, мы в 5 классе с этого начали, и мы снова к этому подошли, только на более высоком уровне. И посмотрите, какие слова связаны с обучением. Учеба, почасовая работа, аттестат о среднем образовании, четверть в школе, плотный режим дня, вечерняя школа. И мы узнаем, например, что почасовая работа – это part-time job. Хотя part-time job может быть и работа на полставки, и работа на четверть ставки, правда же? Но здесь из контекста именно вот такое значение следует. Аттестат о среднем образовании. И мы ищем вариант, который здесь дается, и это school leaving certificate в данной ситуации. Вместо четверть мы говорим term, потому что слово quarter здесь не совсем употребимо, правда же? То есть вот такие вот моменты. И, наконец, в 10 классе, когда дети совсем уже подросли, в 11 тоже продолжается, но я не стал примеру показывать из 11, они того, к тому же типу относятся. Мы учим детей уже абзацно-фразовым переводу. То есть, посмотрите, если в начале курса, в 5 классе, мы говорили о переводе отдельных фраз и отдельных слов, если 7, 8, 9 класс мы начали переводить, смотрели на многозначность лексических единиц, на значение, которое следует из контекста и на стилистические особенности, то сейчас мы обучаем детей переводить уже не только фразами, но и целыми абзацами, и контролировать качество перевода. Давайте посмотрим, например, такого задания. Find in the text sentences corresponding to the following Russian translations. И посмотрите, если мы просто с вами посмотрим на эти примеры, они не такие уж простые даже для нас с вами, для взрослых людей, которые являются профессионалом при работе с английским языком, правда? Например, вот такое выражение. Подумайте о планировании бюджета как об управлении своими деньгами. Или когда вы планируете бюджет, вы планируете, сколько денег вы потратите и сколько сэкономите. Конечно, это все можно перевести. Детям легче, потому что они сначала ищут эквивалентные предложения на этом уровне, и только затем мы подходим к переводу. А задание следующее. Translate the highlighted passage from exercise 5A. После того, как дети перевели, начинается этап самоконтроля и самооценки. In groups of 3-4, compare translations and agree on the best version. То есть дети сравнивают
переводы, ищут, какой из них наиболее стилистически правильно, наиболее точно лексические значения передает, то есть наиболее адекватный перевод. И, наконец, get ready to present it. Учат его представлять классу. А почему важно вот так представлять? Потому что если у нас пойдет речь об устном переводе, то это очень нелегкая работа. И неважно, синхронный вы перевод делаете или полегче вид перевода последовательный, я вам по своему опыту могу честно сказать, я немало доводилось делать синхронные переводы, и неплохо получалось. Как бы вы хорошо не владели языком, каким бы вы неплохим переводчиком ни были, все равно, когда вы выходите, например, на сцену для того, чтобы переводить на весь зал то какую-то лекцию, то все равно будете нервничать, все равно нужны умения по презентации таких вещей. Или если вы в президиуме находитесь и так далее. Какие у нас еще комментарии есть? Пишет Елена Александровна, у нас дети пользуются компьютерным переводчиком. Елена Александровна, я думаю, если вы покажете детям пример вот с той программы Bad Translator, я думаю, дети смогут понять, что компьютерный переводчик не дает правильного перевода. Ольга Викторовна Мамонова, не обольщайтесь, грамматики никакой, дети в итоге безграмотны. Ольга Викторовна, вы сейчас о каком-то конкретном учебнике говорите? Мне просто хотелось бы прокомментировать, если речь идет о каком-то курсе, например, если вы говорите о курсе New Millennium English, то я с вами не могу согласиться с тем, что там грамматики нет никакой. Грамматика есть, просто там используется вот какой подход. Есть два подхода. Есть подход эксплицитный, есть подход имплицитный. Эксплицитный подход заключается в том, что вы сначала детям правила, потом говорите, вот примеры на это правило, делаете упражнение, потом переходите к текстам. Есть пример... Есть пример другого подхода, эксплицитного, прошу прощения, имплицитного, то, что используется индуктивное обучение грамматики, то, что используется в New Millennium English. Дети читают тексты, в них встречается новое грамматическое явление, только одно на этот текст. С помощью опорных вопросов дети анализируют это явление, выводят его значение, и мы с вами видели как раз пример насчет вот этого «if I were you, I'd». То есть дети вывели значение сослагательного наклонения, они посмотрели, как формируется это явление, потом они проверили себя в грамматическом справочнике, который дается в конце учебника. После этого идет отработка этого грамматического явления. Отработка очень четкая. Сначала контролируемая controlled speech, потом semi-controlled, когда можно немножечко более свободно подставлять, и, наконец, free speech, free writing, free speaking и так далее. То есть грамматика четко дается. Что еще, какие вопросы? Сильные дети любят переводить. Вы знаете, коллеги, насчет перевода. Как правило, переводить любят те дети, действительно, которые достаточно владеют лексикой и грамматикой. Но если можно детей приучать потихонечку, обучать их технике перевода, то переводить понравится, в общем-то, многим, потому что для того, чтобы переводить, не обязательно знать очень много фраз, и на самом простом уровне можно делать. Ольга Чекулаева спрашивает, как все-таки преодолевать волнение во время публичного выступления? Вы знаете, я вам могу дать совет, который мне в свое время дал Дэвид Кристалл. Мне повезло, когда я готовился защищать свою диссертацию, это еще в 2000 году было, уже 13 лет прошло, я попал на мастер-класс, который Дэвид Кристалл проводил. И он в конце мастер-класса сказал, говорит, вы теперь можете мне сказать тему ваших исследований, я вам попробую дать какие-то советы. Я ему назвал тему своего исследования. Он, вы знаете, что мне сказал? Он сказал, у вас железная тема. Насколько я знаю, никто подобного исследования не проводил. Поэтому для того, чтобы доказать, что вы не правы, эксперты должны будут сначала сами подобные исследования провести. Поэтому на вашем месте я бы вообще не волновался бы. Вы первый. Потом последующие диссертанты могут доказать, что вы в чем-то ошибались, или у них появятся другие данные. И вот это очень хорошо помогает. Я бы и вам тоже посоветовал, если у вас готовится публичное выступление, вы скажите себе, что вы знаете то, о чем вы собираетесь говорить, предмету вашего выступления, лучше, чем слушатели. Поэтому в любом случае, поскольку вы знаете лучше, вы этими знаниями пришли делиться. И поверьте, волнение тогда уходит. Какие еще комментарии? Нужно учащимся объяснять, почему и где именно он электронные переводчики переводят неправильно, именно на примерах. Я совершенно согласен с уважаемой Дианой, чем больше примеров, тем дети легче поймут эти моменты. Любовь Палагина. У Кауфмана много страноведений, это хорошо, грамматика с дракошами как-то несерьезно, правда, переработанные издания получше. Но мы сейчас говорим немного о другом курсе, не о курсе Клары Исааковны Кауфман, тем не менее, грамматика с дракошами, образная подача грамматики осталась только в учебниках для начальной школы, со средней. Средняя школа грамматика объясняется традиционно. А какие еще вопросы у нас возникают?
Мало примеров на грамматику в 7 класс Кауфман, а меня не надо, мне даже вполне устраивает. Коллеги, но я думаю, мы не будем выходить за рамки вебинара и сопоставлять разные учебники, поскольку мы сейчас все-таки говорим об обучении переводу и на примерах конкретного курса. У нас готовится вебинар. Авторы happyenglish.ru дали согласие провести вебинар по особенностям обучения грамматики. Вы знаете, очень многие учителя до сих пор используют рабочие тетради. Еще к первому учебнику Happy English Татьяны Борисовны Клементьевой. Те самые рабочие тетради с упражнениями по грамматике, которые писали Клара Исаковна и Марианна Юрьевна Кауфман. И многие учителя отмечают, что грамматика — это как раз сильная и понятная сторона. Вот, например, Ирина Викторовна Слюсарчук пишет, что по Кауфман работает во втором классе, и дракоши хорошо помогают запомнить грамматику. Конечно, просто всему свой возраст. Дети сейчас взрослеют быстрее, поэтому авторы учебники и изменили. В ответ на замечания учителей, рекомендации апробаторов и так далее. Ну что ж, вернемся к переводу. Мы посмотрели на примеры курса New Millennium English, и теперь давайте мы поговорим о том, каким образом можно разработать элективный курс. Почему элективный курс? Потому что, помните, мы начали с того, что в рамках школьных занятий мы можем познакомить детей с основными понятиями перевода, что такое перевод, что такое эквивалентность, и познакомить детей с несколькими примерами трансформации, несколькими приемами. А в рамках элективного курса можно развивать у детей уже умение перевода целенаправленно и больше практики дать за счет именно электива и знакомить детей серьезнее с приемами и стратегиями перевода. Каким образом мы разрабатываем элективный курс? Вы знаете, я как-то задал вопрос на одном из своих региональных семинаров. Я спросил у учителей, я говорю: уважаемые коллеги, а с чего вы начинаете разработку элективного курса? И одна слушательница сказала: я, говорит, прихожу домой и смотрю, какие у меня учебники есть. Вы знаете, это не совсем удачный подход. Чем он не очень удачный? Тем, что когда мы отталкиваемся от того, какие у нас учебники есть, то есть мы пытаемся построить на том, что мы уже знаем и имеем, вместо того, чтобы подумать о том, что же надо адресату, у нас и получается курс по конкретному учебнику, а не такой курс, который может быть адресатом востребован. Поэтому самый первый шаг при разработке элективного курса – это понимание того, для кого, собственно, этот курс нужен. Я думаю, вы согласитесь, для девятиклассников и для одиннадцатиклассников совершенно разные курсы даже на одну и ту же тему потребуются. Потому что в одиннадцатом классе дети уже знают, в какие вузы они пойдут, они каждый для себя четче уже понимают, какое им содержание требуется. А в девятом классе можно давать более общую информацию. Следующий момент. Необходимо проанализировать потребности адресата. Зачем это надо? Затем, что наши с вами представления о том, что детям нужно, и представления детей могут различаться совершенно кардинальным образом. Если идет речь про элективные курсы, вы знаете, элективный курс ребенок должен выбирать. То есть, если в программе у ребенка стоит элективный курс один, например, за какую-то четверть или за год, то образовательное учреждение обязано предложить ребенку на выбор как минимум два курса. Поэтому может получиться так, что вы курс разрабатывали, вы его готовили, а дети его не выбрали. И получается, ваша огромная гигантская работа просто пропадает. Очень хотелось бы этой ситуации избежать. За счет чего? Очень простой вариант. Провести в классе опрос, сказать: дети, я вам могу предложить вот такой курс в следующем году, а могу предложить вот такой, что вам интереснее, о чем вы хотели бы узнать. А еще лучше провести анкетирование. В некоторых школах анкетирование можно приводить только с помощью школьного психолога, поэтому здесь вам лучше узнать у завуча, имеете ли вы право анкетирование проводить без психолога, или можно провести самостоятельно. Зачем еще анкетирование нужно? По одной простой причине. Когда мы пишем рабочую программу курса, мы обосновываем его актуальность. И, как правило, актуальность обосновывают такими словами: в последнее время резко выросла роль английского языка в такой-то сфере. Но вы знаете, любой администратор может сказать: а я с этим не согласен. А вот если в качестве обоснования вы напишете: проведенный опрос учащихся или анкетирование показывает, что они испытывают практическую потребность в том-то и том-то, и курс рассчитан на удовлетворение этой потребности учебной, то тогда такое обоснование будет очень мощно звучать. И еще я вам хотел бы посоветовать, это мне подсказали учителя, кстати, я вам посоветую вот что хотел бы. Помимо проведения опроса учеников, очень неплохо было бы поговорить и с родителями на родительском собрании, потому что бывают ситуации, когда ребенок приходит домой и говорит: мам, пап, я такой курс выбрал, я вот на него пойду. А родители говорят: нет, деточка, ты пойдешь, поскольку вот в тот вуз после школы, тебе нужно будет не вот этот курс выбирать, а другой. Поэтому самый лучший вариант – это опросить детей и поговорить с родителями. Так что это получится как раз. Следующий этап –
Это как раз формулировка целей и задач, то есть чего я хочу добиться в результате этого курса и какие шаги следует предпринять. Если от вас требуется эти курсы уже по ВГОС оформлять, тогда вы пишете туда и планируемые результаты. Предметные, метапредметные и личностные. Следующий этап, только теперь мы приходим домой, образно говоря, и смотрим на то, какие у нас учебники есть, то есть начинаем отбирать содержание. На следующем стадии я вам покажу, каким может быть содержание элективного курса по обучению практике перевода. Мы выбираем содержание и затем определяем структуру курса, каким он у нас с вами будет. Курс может быть, например, модульным, то есть изучили небольшую тему, провели итоговый тест и отставили ее в сторону, и к ней возвращаемся только на финальном тесте за весь курс. Либо курс может быть линейный, когда темы развиваются, планомерно развиваются грамматические и лексические явления. Линейный курс построить сложно, если нет одного конкретного пособия под рукой. Если пособие есть, то тогда линейный, логика самого пособия диктуется. Если вы сами будете составлять, выбирать материалы практические, то тогда, наверное, модульный курс будет удобнее. Теперь вы определяете порядок изучения тем, в каком порядке будете с ними работать. И затем уже пишете и утверждаете рабочую программу. Что касается утверждения рабочей программы, то ее утверждает по закону об образовании руководитель образовательного учреждения. Чаще всего руководитель образовательного учреждения требует, чтобы на программу были рецензии. Как правило, нужно две рецензии. Одна внутренняя от школьного метода объединения и одна внешняя от районного, межрайонного метода объединения, от регионального или районного методиста, из педагогического вуза и так далее. В разных регионах совершенно по-разному эти вещи бывают, делаются. Тем не менее, вот этот этап. И давайте мы с вами посмотрим на то, что же может войти, стать содержанием элективного курса по обучению переводу. И где взять информацию, мы об этом тоже поговорим. Итак, элективный курс по обучению переводу может в себя включать следующие моменты. Понятие перевода. Что же такое перевод? Правда? Понятие об эквивалентности, чтобы дети четко понимали, что это. Особенно, если вы работаете, например, не по New Millennium English, а по каким-то... Еще момент, по каким другим учебникам. Коллеги просят уменьшить слайд, я его уменьшаю, потому что у людей разное разрешение экрана, у кого-то расплывается. Итак, понятие об эквивалентности. Затем, транскрипция и транслитерация. Она будет включать в себя моменты такие, как перевод названий, перевод личных имен, потому что, например, Абрахам Линкольн переводится на русский как Авраам Линкольн, правда же? Перевод слов, которые обозначают культурные реалии. Например, в английском языке есть такие слова, которые общепонятны всем. Такие слова, как аппаратчик, интеллигенция, спутник, тоже очень английское теперь слово новое. А в русском языке, мы знаем, есть такие слова, как эсквайр, Empire State Building. И именно так название небоскреба транслитерируется, оно не переводится никаким образом, правда же? Калькирование сюда может входить, например, non-confidence vote, вотум недоверия и так далее. Лексико-семантические трансформации, которые включают в себя конкретизацию, генерализацию и смысловое развитие. Примеры мы уже с вами приводили в ходе вебинара. Грамматические трансформации, о которых мы очень коротко успели поговорить. Способы передачи культурных реалий и какие культурные реалии наиболее часто нам с вами попадаются. И, наверное, если у вас остается время, вы можете дать детям основы специализированного перевода. Это могут быть основы художественного перевода, это могут быть основы технического перевода, перевод для гида-переводчика и так далее. То есть здесь вы можете сами поработать с определенным слоем лексики и с определенными коммуникативными ситуациями. Набор упражнений для обучения переводу, то есть с помощью каких упражнений переводу можно учить, это на самом деле тема отдельного вебинара. Если вам будет интересно, я готов такой вебинар разработать и провести, ну, наверное, либо летом, либо ближе к осени, если такое будет удобно. Кто-то пишет, можно курс для профильников медиков по медицинскому переводу? Конечно, можно, причем медицинский перевод очень востребован на самом деле, потому что много людей и за границу выезжают, и для туристов это требуется иногда, и прочее. Где взять тексты для практики перевода и где взять теорию? Если вы хотите познакомить детей с основами теории перевода, вы можете опираться как на классические произведения по теории перевода российские. Я вам назову только нескольких авторов, вы большинство из них слышали, большинство из них. Это такие известнейшие авторы отечественные, как Бархударов, Рецкер, Филиппов, Комиссаров.
Сейчас из последних книг очень хорошая книга по теории перевода. Это Андрей Паршин или Паршин, я не знаю, к сожалению, точно, как ударение в фамилии ставится. Вы можете почитать книги, например, книга американки Лин Виссон «Типичные ошибки русских в английском языке». И здесь как раз богатейший теоретический материал для обучения переводу и практические примеры хорошие. Но вы знаете, на одной теории далеко не уедешь. Детям, конечно, надо давать не абстрактные теоретические примеры, а примеры очень конкретные. И с теми же электронными переводчиками конкретные примеры, на которые мы с вами смотрели. И с художественной литературы, кстати, о переводе художественной литературы великолепно есть работы Татьяны Казаковой, петербургской переводчицы и автора. Но, опять же, по уровню сложности, практически ее разработки, они годятся для студентов языковых вузов. Поэтому для школьников вы можете взять теорию, но практику вряд ли взять получится. Что я вам посоветовал бы? Если вы будете разрабатывать элективный курс по обучению переводу, в качестве текстов для перевода, чтобы вам долго не искать, вы можете воспользоваться серией книг «Хрестоматия для чтения» вот этой вот, «Read Up». Сейчас есть книги для старших классов, начиная с 9, 9, 10, 11, вот перед вами 9 и 11 классы. И есть книги для начальной школы, 2, 3, 4. Готовится к выходу книги для 5 и 8 класса, и постепенно сомкнется вся линейка хрестоматии, то есть можно будет брать. Какая тематика у нас здесь есть? Посмотрите, пожалуйста, это довольно интересно. У нас даются тексты на тему «Everyday English», тексты на тему «Cultural Studies», тексты на тему «Literature, Science and Technology». И затем идет ротация. Затем опять текст на «Everyday English», опять на «Cultural Studies», опять «Literature» и опять «Science and Technology». И так далее. У нас есть здесь и отрывки из художественных произведений, и тексты публицистических жанров, и тексты более специальные, например, про вот этот 9 класс, юнит называется «What's in a name?». И здесь мы говорим про разные бренды, чем, например, Google, Apple и так далее, про историю этих брендов. И поскольку здесь тексты есть как на уровне отдельных абзацев, так и короткие тексты, и побольше, мы можем самым разным видом перевода обучать, начиная от перевода абзацно-фразового и заканчивая переводами полнотекстными. И действительно, жанры очень разные. Многие коллеги... Ага, вы уже спрашиваете, можно ли ссылку на хрестоматию. Коллеги, ссылка у нас, вот вы сейчас на слайде видите, внизу видите, Read Up, серия книг для чтения, и там внизу ссылочка. Вы сможете скачать презентацию и пройти по этой ссылке, либо вы можете зайти на главную страницу сайта englishteachers.ru, там есть интернет-магазин, и посмотреть в этом интернет-магазине подробное описание этих книг. Нет ссылки, пишет Людмила Прокофьева. Наверное, у вас просто слишком крупно выглядит слайд, поэтому она теряется. Вы сможете скачать презентацию. Вопрос от Ольги Чекулави. Как вы думаете, нужно ли добавлять в этот электив тему «Лужные друзья переводчика»? Я думаю, что нужно обязательно, когда мы будем говорить о том, что буквально перевод нас не спасает и что это не самый удачный способ перевода. Потому что ложные друзья переводчика, они срабатывают прежде всего именно тогда, когда дети пытаются переводить пословно и пытаются переводить буквально. И тогда слово «accurate» вместо «точной» начинает у них, приобретает вдруг значение «аккуратный», артист из художник превращается в артиста и так далее. Вера Александровна Воробьева пишет, как-то давным-давно на форуме я создала тему об обучении билингов иностранному языку. Россия — страна билингов и мультилингов. К сожалению, тема не получила отклика учителей. По-моему, обучение переводу как виду речевой деятельности отличаются от монолингов и билингов. Как вы считаете, коллеги? Вера Александровна, вы совершенно правы. Тема обучения отличается хотя бы потому, что у билингов мозг работает немного по-другому. Если мы изучаем с вами язык иностранный не с первых дней жизни, а уже в более-менее подросшем возрасте, у нас при таком изучении у нас даже в зоне языковой разные зоны на каждый язык активизируются, то у билингвов и родной язык, вернее, оба родных языка хранятся в одной и той же, в одном и том же очаге, в одной и той же части языковой зоны. Поэтому, когда они говорят, у них нет различий даже по тому, какая сфера активизируется, какое полушарие, как работает и так далее. То есть даже меры физиологической деятельности их мозга отличаются. И, конечно, билингвов необходимо обучать немножко по-другому. У меня был очень ограниченный, правда, опыт такой работы. У меня был ученик, у него папа русский, мама из Германии,
ребенок свободно, естественно, говорит на обоих языках. После того, как мы с ним позанимались, он был тогда еще школьником, мы занимались несколько лет на частных уроках, он поступил в институт в Москве, его закончил уже с успехом на факультет военных переводчиков. Вы знаете, его обучать приходилось по переводу немного по-другому. Какие-то понятия он схватывал хорошо, а где-то была сильнейшая интерференция от родных языков. А какие еще вопросы у нас есть? Можно купить его в электронном виде. Коллеги, если вы говорите про электронное пособие Readup, то пока в электронном виде не продается. А какие еще у нас вопросы? Постараюсь ответить. Интересная тема, спасибо. Я старался подать эту тему интересно и четко. На самом деле тема очень объемная и интереснейшая. Там есть о чем поговорить. Что еще? Какие поисковые методы обучения переводу можно предложить в рамках элективного курса? Спрашивает Екатерина Сухова. Вы знаете, я бы отдельно, как отдельное умение, тренировал бы детей искать информацию. Искать информацию в словарях, искать фоновую информацию в энциклопедиях, и дал бы детям обязательно несколько сайтов электронных переводчиков. Lingva.ru, Multitran.ru и другие сайты, которые на это направлены, чтобы дети искали и в переводческих форумах, и так далее. В помощь курсу перевода может послужить книга Колпакча «Дружеские встречи с английским языком», пишет Вера Александровна. Да, я очень хорошо помню эту книгу, она была еще в 1960-х годах написана, но там приводятся очень интересные примеры. Книгу найти можно. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы подходим к завершению нашего вебинара. Если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вопросов нет, но могут возникнуть позже, вы можете их оставить в теме вебинаров на сайте englishteachers.ru, там же можно оставить и отзывы. Кстати, пользуясь случаем, у нас сегодня присутствует Татьяна Михайловна Шарафутдинова, это учитель из города Златоуст. Татьяна Михайловна была у нас одним из апробаторов учебника Enjoy English несколько лет назад. Я хотел поздравить Татьяну Михайловну, она со своими учениками благодаря интереснейшему проекту выиграла конкурс международный и отправляется в августе на неделю в Вашингтон, где будет проводить интересный очень проект по экологии на английском языке. И я вам советую познакомиться с проектом, есть и видеозаписи, и сейчас описание проекта Татьяна Михайловна на форуме выложила, очень интересно почитать. Как работать с переводом в началке, спрашивает Татьяна Азанова. Вы знаете, в началке, наверное, перевод может использоваться в качестве одного из приемов обучения пониманию, обучения лексике и грамматике. И если мы будем в началке с переводом работать, то, скорее всего, только на уровне перевода пословного или перевода пофразного, небольшими словосочетаниями устойчивыми, чтобы дети потихонечку понимали, что такое эквивалентность. Что еще? Галина Николаевна Артюхова пишет. Лично я получила ответы на многие вопросы. Замечательно. Юлия Мухамедину. Первый раз была на вебинаре, очень понравилось, спасибо. Евгения Петровна про сертификат говорит, намекает правильно. Уважаемые коллеги, скачать сертификат можно по ссылке, которую вы перед собой видите. Вы можете скачать эту ссылку, по ней пройти. Еще разок вам ее даю. Если по какой-либо причине у вас сертификат не скачался, всякое бывает, за это интернет работает по-разному, напишите нам на адрес connect.englishteachers.ru, я вам сейчас его напишу, и мы этот сертификат вам вышлем по электронной почте. Сегодня либо завтра, как мы успеем. Еще раз прошу прощения. Конечно, там перед ру точка должна быть. Уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы, на которые я не ответил еще, вот уже вопрос Екатерины Сухосовой, им нужно писать самостоятельно, да, для того, чтобы не было ошибок в том, как мы написали ваше имя, потому что вы знаете, у кого-то с Ё фамилия пишется, у кого-то через Е, у кого-то Наталья, у кого-то Наталья. Я вам предлагаю взять этот бланк, распечатать его, вписать имя от руки, либо просто его впечатать, многие впечатают каким-то образом, и просто его использовать. Когда появится видеозапись на сайте? Завтра. Завтра с утра разместим. Диана комментирует. Мы по национальности армяне, наших детей никто не учит языку, но они с 2 лет уже знают язык русский, так что нужно по возможности жить там, какой язык вы хотите изучать. Это очень верная фраза.
конечно же, языковая среда – великолепный учитель. Но языковая среда не структурирует информацию так, как может сделать учитель. Все равно без учителя не обойтись, если мы хотим научиться не просто языку повседневному, а языку грамотному, языку правильному и точному. Отлично. Скачались вебинары. Замечательно. Я вижу, у нас постоянные слушатели, например, Светлана Равинских, Алтайский край, и многие другие регионы. Уважаемые коллеги, а, кстати, напишите, пожалуйста, те, кто еще у нас присутствует включенными, напишите, пожалуйста, из каких вы регионов, либо откуда вы. И еще один вопрос, который мне прислали через личное сообщение. Александр Заборовский спрашивает. Здравствуйте. Почему в учебниках New Millennium English так мало заданий на перевод, и почему они не обновляются по изданиям? А то каждый год одни и те же, набившие оскомину упражнения. Вы знаете, заданий не так много по простой причине. Мы не успеем, мы не можем обучать только переводу. Перевод – очень важное умение. Но мы ему учим как одному из видов речевой деятельности. А у нас еще четыре вида речевой деятельности. Это говорение, письмо, аудирование и чтение. Поэтому переводу мы параллельно обучаем. Оно не может по определению больше 1/5 занимать времени, правда же? А поскольку у нас все-таки задача научить сформировать коммуникативную компетенцию, и только на втором плане вторая задача – это обучить основам перевода, мы же не переводчиков готовим, то это еще меньше 1/5. Что касается переделок, то новые задания включать довольно проблематично. И эти задания не устаревают. Иногда информация устаревает, а работа та же самая. Это для вас задания из года в год одни и те же, а для детей это задания разные, хотя бы потому, что ребенок 2 года в 6 классе, как правило, не сидит. Архангельская область, Кемеровская, Санкт-Петербург. Многие были первый раз, Новороссийск замечательно. Оренбургская область, в Оренбурге я был совсем недавно. Можно ли ссылку на сертификат еще раз? Конечно, уважаемые коллеги, скачивайте. Украина, город Черновцы. Очень приятно. У нас вебинар получается международный. К нам приходят люди из Украины, к нам приходят люди из Молдовы, очень часто из Казахстана. И очень приятно, когда мы можем достучаться, помогать людям из других стран тоже. Самарская область, Тольятти, я у вас был несколько лет назад, Нефтеюганск, к сожалению, пока еще не был. У меня ближайший семинар будет на следующей неделе в Махачкале. Свердловский край, Алтайский край, Сургут, в Сургуте бывал не раз, Курск, в Оренбурге Елена Владимировна у меня на семинаре была. Татарстан пока еще не доехал, но постараемся. И так далее. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Я вам предлагаю, у нас будет следующий вебинар 31 мая. Вебинар проводит Евгения Владимировна Костюк, заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Евгения Владимировна не только соавтор курса Милли, но и автор пособия «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать». Вот такое пособие. Ну, вы знаете, наверное, вот у нас есть пособие по ЕГЭ, типичные ошибки в ЕГЭ, как их избежать. И есть пособие «Практикум по английскому языку ГЕ-2013». Авторы «Практикум по английскому языку» Наталья Николаевна Трубанева, Елена Евгеньевна Бабушес, разработчики экзамена ГЕ. А Евгения Владимировна, семинар Евгения Владимировна как раз и будет звучать таким образом. «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать». То есть как раз перед ЕГЭ успеете послушать. Если вы не успели зарегистрироваться на тот вебинар, сейчас, к сожалению, поздно, потому что предельное количество заявок достигнуто, но мы обязательно постараемся видеозапись тоже выложить, точно так же, как и презентация. Не успели переписать ссылку, пишет Галина. Уважаемая Галина, прошу прощения, что без отчества и без фамилии. Вы ссылку не переписываете, вы кликните на нее правой кнопкой мышки и выберите «Открыть в новом окне» или «Открыть в новой вкладке», и она у вас откроется. Если вдруг по какой-либо, Татьяна Анциферовна, на 31 число только одно время дано? Да, к сожалению, одно, потому что Евгения Владимировна очень занята, она только в 11 утра сможет провести этот вебинар. Юлия Валентиновна пишет, не загрузился сертификат. Юлия Валентиновна, вы можете, и также, коллеги, если у кого-то сертификат не загрузился, вы можете написать по электронной почте по адресу connect@englishteachers.ru, и мы вам отправим сертификат по электронной почте. Когда придет сообщение о приглашении на следующий вебинар, спрашивает Вера Александровна. Вера Александровна, обычно мы за сутки рассылаем ссылки, так что ссылка приходит примерно за сутки, точно так же, как и на этот вебинар. Мы вчера рассылали.
Елена Комиссарова пишет: спасибо за присланный по обычной почте сертификат. Отлично то, что он дошел. 31 мая ГИА, мы все будем на экзамене. Татьяна Ивановна, вы знаете, часовых поясов в России много. Для кого-то 11 утра по московскому времени, это уже глубокий вечер. Например, Приморский край у меня сегодня на вебинаре был и так далее. Если вы не попадаете на тот вебинар, то вы сможете посмотреть его в видеозаписи. Будет ли вебинар по ГИА? По ГИА у нас проводила вебинар в декабре Наталья Николаевна Трубанева, которая является руководителем команды разработчиков контроля измерительных материалов по ГИА. Вы можете посмотреть в записи этот вебинар. Ссылка на запись выложена на сайте englishteachers.ru. Отправлял заявку сразу на два вебинара. Еще раз надо регистрироваться, спрашивает Любовь Калашникова. Если вы зарегистрировались онлайн через сайт englishteachers.ru, то повторной регистрации не требуется. Все уже готово. А впервые послушали вебинар, полезная информация. Замечательно, очень рад, что пригодилось. Будут ли вебинары летом? Да, мы планируем вебинары на июль. У нас очень интересные темы. У нас один из наших авторов уже согласился рассказать про обучение школьников чтению, в том числе и с помощью пособий ReadUp. У нас планируется вебинар по достижению метапредметных результатов, и если мы успеем, то я постараюсь провести вебинар по приемам развивающего обучения на уроках английского языка. И я буду говорить на примерах всех учебников, которые выпускает издательство Титул, и Enjoy English, и HappyEnglish.ru, и Millennium Learning English. Какие еще вопросы у нас есть? Приглашения по почте не было, искала ссылку сама, пишет Юлия Мазай. Уважаемый коллега, напишите нам, пожалуйста, об этом на connectenglishteachers.ru. Я попрошу наших администраторов, которые работают с системой онлайн-регистрации, проверить, почему так получилось и как сделать по-другому. А можно получить сертификат по обычной почте? Получить сертификат можно, если он вам очень нужен. Вы можете написать точно так же заявку на connectenglishteachers.ru. Напишите, пожалуйста, ваше имя, фамилию и отчество и почтовый адрес, на который вы хотите получить этот сертификат. Поскольку, как правило, заявок приходит много, то мы сможем не раньше, чем в июне его отправить. Но мы очень постараемся это сделать. Как можно впечатать имя в сертификат? Вы знаете, проще всего распечатать сертификат и вписать от руки. Интересует тема вебинаров по Кауфману, Бибалетову для начальной школы летом, пишет Лилия Евгеньевна Харина. Лилия Евгеньевна, постараемся. Что еще? Уже писала не один раз, но ответа нет. По почте заявку оставляла Ольга Симченко из города Курск. Коллеги, напишите еще раз, иногда бывает, что письма теряются. Если вдруг ответ не пришел, обязательно ответят, будем стараться. В этом году, надеюсь, на летний вебинар, в учебном году ужасная загруженность. Да, в учебном году тяжело, к сожалению. Есть ли что-нибудь про лингофонный кабинет и работу с ним? Спрашивает Татьяна Анциферова. Вы знаете, дело в том, что лингофонные кабинеты бывают разные, поэтому нужно знать, для какого конкретно лингофонного кабинета делать вебинар. Издана ли контрольная работа для Милля? Для Милля контрольные работы готовятся к выпуску. У нас появятся контрольные работы, дополнительная рабочая тетрадь к каждому из учебников Милля. Если можно, сделайте, пожалуйста, семинар по New Millennium English по грамматике, пишет Валентина. Постараюсь, потому что тема интереснейшая. Там есть о чем поговорить, есть что показать, действительно очень любопытно. Не могу скачать сертификат, пишет Ольга. Уважаемая Ольга, попробуйте еще раз по этой ссылке скачать сертификат. Если не получается, напишите на адрес connectenglishteachers.ru. Мы вам его пришлем по электронной почте. Было много полезных замечаний, которые не успела прочесть. Вера Александровна, вы сможете прочитать чат еще раз. Мы выложим видеозапись. Это первый вариант. Второй, вы можете навести курсор на чат, нажать на кнопочку, и у вас там появляется строчка «Отправить историю». Нажимаете на нее, вводите адрес электронной почты, и история чата вам придет. Вы планируете вновь приехать в Сочи, спрашивает Елена Анатольевна. Елена Анатольевна, очень хочу приехать, но на ближайший месяц таких планов пока нет. Я думаю, что когда-нибудь это получится, но до начала учебного года точно нет. На планы на второе полугодие у нас сейчас только составляются. Вашу презентацию можно скачать, спрашивает Ирина Марченя. Да, я сейчас презентацию в ближайшие минуты размещу на englishteachers.ru. Планируются ли семинары во Владимире? Уважаемые коллеги, до конца учебного года
планируются семинары в Махачкале с 28 и 29 мая. И сейчас планируется семинар в Якутске в июне, в середине июня. Пока про ближайшие остальные даты не могу сказать точно, честно говоря. На Таймыре пока в ближайшее время не планируется, хотя очень хотелось бы побывать. График семинаров планируется на следующее полугодие. Как только он будет готов, будем вам сообщать. В New Millennium English замечательная тетрадь, но заданий на отработку грамматики мало, их недостаточно. Теме про грамматику будем рады. Может, посоветовать, какие пособия можно подключить дополнительно? Да, для старших классов вышло замечательное пособие Галины Михайловны Фроловой по грамматике. Вы можете найти, опять же, информацию про него в интернет-магазине издательства «Титул». Оно стоит недорого. Пособие состоит из двух частей. Теоретическая часть, грамматическая, и практические упражнения. Грамматика объясняется просто, и затем даются задание. Пособие называется «Практическая грамматика для школьников и поступающих в вузы». Пособие вышло весной, совсем недавно. Так что это новая вещь совершенно. Планируется ли семинар в Липецке? На ближайшие месяцы нет. Назовите еще раз авторов книжек по переводу. Это классические наши авторы. Вы можете в любой поисковой системе вбить слова «теория перевода». Эти фамилии у вас появятся. Авторы следующие. Бархударов, Рецкер, Паршин, Комиссаров, Казакова, то есть еще разок, Бархударов, Рецкер, Комиссаров, Паршин, Казакова, и есть другие авторы замечательные. Что-нибудь будет по новым ВГОС, по критериям оценки личностных, регулятивных, познавательных УУД? У нас проходил вебинар по формированию УУД на уроке английского языка. Вебинар проводил Евгения Владимировна Костюк в апреле. Можете его посмотреть. По критериям оценки, я думаю, что можно провести вебинар. Вообще будет очень интересно провести вебинар по контролю. Наверное, мы так и сделаем. По учебникам Вербицкой нет таких вебинаров, спрашивает Мария. По учебникам Марии Валерьевны Вербицкой я вебинаров не провожу, поскольку я с ними не работаю. Я думаю, что здесь нужно задать вопрос либо Марии Валерьевне самой, либо в издательский центр «Винтанограф». Повторите, пожалуйста, название пособия по грамматике. Уважаемые коллеги, давайте сделаем так. Я вам постараюсь сейчас не просто пособие по грамматике дать. Пособие называется так: «Практическая грамматика для школьников и поступающих в вузы». Вы можете зайти на сайт englishteachers.ru и кликнуть на ссылку «Интернет-магазин», и там вы сможете подробно познакомиться с этим пособием. Ссылку дайте, пожалуйста, где можно скачать старые вебинары. Вы можете зайти на сайт englishteachers.ru, проходите в раздел «Форум», и в разделе «Издательство «Титул»» найдете темы презентации с вебинаров. Там же есть тема видеозаписи вебинаров, и там же можно задать вопросы. Есть ли рабочая программа к учебнику New Millennium English для 5 класса? Спрашивает Евгения Петровна. Евгения Петровна, для курса New Millennium English есть программа курса, но это не совсем то же самое, что рабочая программа. Рабочие программы постепенно выйдут, но пока в ближайший месяц, в ближайшие недели и до учебного года точно не выйдут. Пока только готовятся. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы заканчиваем вебинар. Если у вас будут вопросы, с удовольствием отвечу. Евгения Петровна пишет, от нас требует составление. Евгения Петровна, я в октябре проводил вебинар о том, как составлять рабочие программы. Вы можете его посмотреть, он был 11 октября. Взять презентацию, я думаю, что она вам поможет найти для себя какие-то ориентиры, как составить такие программы. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо вам всем за внимание. Большое спасибо. Доброго вам вечера и до свидания, до новых встреч.